Главный болельщик ислама Хазбик тоже его поздравил. Очень много нюансов. Дрались утром, никогда такого не было. Ну, я сделал многое, переборол много вещей, вышел подраться. И вот новый best fighter in the world. Thank you. Друзья, кому не сложно, поставьте лайк для продвижения видео. Очень надо. Заранее огромное вам спасибо. Ислам Махачев побеждает Алекса Волконовски решением судей. Это самый сложный бой в карьере Махачева. Но как сказал сам Ислам, такие бои нужны, чтобы становиться лучше. Предлагаю послушать реакцию бойцов на этот бой. Нейт Диас: поздравляю, Волконовски, Исламу надрали задницу. Чарльз Оливейра первый поздравил Ислама. Их реванш может состояться в Абу-Даби, если Оливейра победит Дариуша в мае. Конор Макгрегор: памфу-памф во флёры. Камил Гаджиев: никто и не говорил, что будет просто, тем интереснее. Настоящий чемпионский бой, в котором любой чемпион выходит на новый уровень. С победой Ислам, с победой Дагестан, с победой Россия. Главный болельщик Ислама Хазбик тоже его поздравил. Ассаляму алейкум, поздравляем Ислама. Ну а Хабиб Нурмагомедов, как он сам сказал, чуть не посидел при просмотре боя Ислама. Он поздравил Махачева сразу после боя. Послушайте. Ну если ты был бы, было бы легче, 100%. Не, одну вот сюда пропустил, даже в пятом раунде такой крошок пошел. Нормально, да. Я же что, не с прохожим дрался, тоже лучше боец в мире. Самое главное, все позади. Что же по-прежнему видишь? Посидел, да? Посидел или потолстел? Давай, Хайб, на связи, брат. Обнял. Кто пропустил бой, можете посмотреть в моем телеграм-канале. Я туда загрузил полный бой Ислама. Ссылка в описании и закрепленном комментарии.